От берегов Камчатки до Сахалина протянулась гряда Курильских островов, самых дальних восточных островов нашей Родины. Туманы молочной пеленой покрывают сопки. Океан, то ласковый, то разъяренный, обрушивает свои волны на острова. Люди слушают океан, приборы следят за его жизнью. Со дна океана мощными вулканами поднялись Курильские острова. Дымят их вершины. Ученые исследуют вулканы, спускаются в кратеры, изучают их строение. Богат и разнообразен животный мир Курил. Морские львы, киты, крабы. Сайра, чайки. На Курилах водится редкий морской зверь калан, морской бобер. Было время, когда каланы подвергались хищническому истреблению. Сейчас каланы находятся под охраной закона. Разнообразна природа Курил. На севере тундра. Суровые морозы и сильные ветры придали деревьям такую причудливую форму. Южнее растут леса. Хвойные и лиственные. В коротких горных реках нерестятся лососи. Рай света. Так называется мыс на юге Курильской гряды. Здесь встречаются земля и океан.